Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас на канале рубрика «Вопрос-ответ». Эта рубрика здесь впервые, так что для меня это в новинку, как и для вас. Я не ожидал, что вопросов будет больше 700, я постараюсь выбрать самые-самые-самые интересные, ну и постараюсь ответить на как можно большее количество. Давайте к вопросам. Какой у тебя рост? Во сколько лет набил первую татуировку? Мой рост 1,75 м, первую татуировку я сделал в 16 лет, хотя хотел в 14. И очень хорошо, что тату-мастер отказался, потому что мне даже стыдно говорить, что я хотел себе набить. Какие тебе нравятся авторы вертикальных роликов? Мне нравится Николь Коулин, мне нравится Олежа Обухов, прикольный чувак, я и мой друг Олег. Вот, короче, Николь Коулин и Олеги. Когда в Real Life добавят промокоды? Типа определенный набор символов произнес и получил вознаграждение. Слушай, очень часто во всяких кофейнях, барах и так далее, в ресторанах общепита, ты спокойно можешь прийти, назвать какую-то комбинацию символов, и тебе дадут какой-нибудь презент. Плюс ко всему, ты что, никогда не пользовался сервисами доставки? Там и есть куча промокодов. Какую музыку предпочитаешь? Мне нравится музыка, под которую круто качаться в зале. Для меня это drum and bass и какой-нибудь пост-хардкор. Моя любимая группа — это Bring Me The Horizon. Часто ли смеешься со своих шуток, когда пытаешься снять фрагмент? Мы не шутим, когда снимаем, у нас все ситуации абсолютно серьезные, поэтому я не понимаю, о чем ты говоришь. В каких ты отношениях с Николь? Мы подписаны друг на друга. Надеюсь, Николь увидит это видео. Гоу коллабу. Ты правда сам написал код для жизни? Ребят, ну вы хоть все понимаете, что пишете. У нас огромная команда, у нас большой офис. И мы вам показываем только наш кабинет. А у нас здесь очень много людей, и каждый делает свое дело. Что означает them home? Это ничего не означает, потому что в одно время я просто решил написать что-то на клавиатуре. Получилось them home. Я такой: о, прикольно, давай оставим. Расскажешь анекдот? Когда рэпер знакомится с девушкой, он в первую очередь начинает искать в ней минусы. Что за новая татуировка? Как появилась? Что значит? Новая татуировка — это вот это на руке. Это будет целый рукав, пока это только первая часть. Я посмотрел Наруто, мне охрененно понравился этот сериал, и я решил оставить кусочек на себе, на своем теле. Когда уже начнут появляться адекватные люди в большом количестве? Они есть, их очень много, просто они невидимые. Сколько у Бога сантиметров? 175, я уже сказал. Что у тебя иногда делает дьявол в офисе? Играет в Sims. Верните мамонтов, они имба, на них в школу удобно было ездить. Мы добавили самокаты, на них тоже удобно давить детей. Когда обновление карты? Карта обновляется регулярно, постоянно смещаются пластины, мы добавляем новые материки. Не такие большие, но какие-то островки постоянно появляются в игре. Будь внимательней. Вы любите какать? Черт, я думал, вы не спросите, я обожаю какать. Какать — это мое любимое дело после работы. Больше, чем какать, я люблю есть. Но, знаете, это все взаимосвязано, то есть ты сначала ешь, потом какаешь. Сколько вам лет? Всем, всем, именно всем. И Мадаре, и тебе, и Николь. 48 лет и 5 месяцев. Почему русалочка стала черной в новом фильме? Ты видел, сколько нефти выливается в океаны? Ты видел, сколько отходов выбрасывают люди? Задумайся. Что такое кенгуру? Какая-то дикая помесь оленя с зайцем или как? Ты почти угадал. Смесь зайца и Майка Тайсона. Бог и сатана любят пиццу с ананасами? Запомни. Только извращенцы любят пиццу с ананасами. Так что да, Бог и сатана любят пиццу с ананасами. Пофиксите, чтобы после игры в доту мать не проваливалась сквозь текстуры. Слушай, нужно было внимательнее читать пользовательское соглашение. Дота к нам не относится, там сидят отдельные ребята. А почему обезьяна не стала человеком? Мы же тоже обезьяны. Что и следовало доказать, среди моей аудитории есть даже обезьяны. Почему люди не размножаются почкованием? Мы пробовали это сделать, но почему-то сиамские близнецы не разделяются. Пожалуйста, можете немного пофиксить ярость тех бесящих одноклассников? Ты всегда можешь начать бой первый и отправить их в сон. Это вы придумали ОГЭ и ЕГЭ? Нет, их придумал сатана. А где вы живете? В Москве. Можно ли прописать физички по челюхе, если она сдает кучу ДЗ? Конечно, всегда можно, но помни, то, что все, что ты делаешь в этой игре, как и в других крутых играх, имеет свои последствия. Пофиксите пингвинов. Послушай, мы очень много пытались это сделать. Мы пытались их заставить взлететь. Мы сбрасывали их с обрыва. Это не работает. Мы даже добавили им колени. Что делать, если ты попал в ад? Развлекаться. Когда Бог перестанет снимать ТТ? Когда наш маркетолог об этом скажет? А другие планеты ваши? Да, мы их создали, но мы их не обслуживаем. Там свои админы, свои боги, поэтому я туда не лезу. Верните мне желание жить. Окей, ты готов? Пуф. Чувствуешь? Я что, похож на фею? Нет, страдай, это твой выбор. Когда пофиксят каталог мемы? Послушай, мы регулярно пополняем мемы, постоянно делаем кривые физиономии, вырезаем их у людей и выставляем в интернет. На что ты жалуешься? Зачем их фиксить? Когда обнова с динозаврами?
я не могу вам об этом говорить. Я очень надеюсь, что ближайшие 5 лет. Когда я стану счастливым? Когда посмотришь этот ролик? Ребят, напоминаю, у меня есть Телеграм, и там я ответил на какие-то другие вопросы, которые сюда не попали. Ссылка на Телеграм находится внизу под этим роликом. Fortnite или PUBG? Fortnite. Ты знаком с миром технологий? Слушай, ну, я пользуюсь техникой. Я не отношусь к технике из разряда, как относились наши отцы. Поэтому да, наверное, я знаком с миром технологий. Есть ли у тебя домашний питомец? Да, у меня есть котейка, зовут Мадара. Мадара, чих. У тебя есть девушка? Нет, девушки у меня нет, у меня есть жена. Когда новая игра? Когда пройдешь сюжетку? У меня баг. Я когда утром просыпаюсь, не помню вчерашний день. Что это? Похмелье. Привет, а добавь нового босса, злая бабка с улицы. Нового? Выйди на улицу. Когда уберут разные валюты и оставят одну? Слушай, были Наполеон, был еще один художник. Они пытались сделать единое государство, единую валюту, ну, не получилось. Когда пофиксите босса в школе? А может, ты посмотришь на ситуацию с другой стороны и просто прокачаешь свой уровень, а? Соберешь нормальную группу и пройдешь? Вы счастливы? Блин, почему у меня все это не спрашивают? Да, я счастлив. Спасибо. Когда выйдет Халва 3? Послушай, даже я этого не знаю. Почему не работает консольная команда «Туда-сюда миллионер»? Возможно, ты не туда-сюда делаешь. Меня взломали, со мной в теле играет еще один аккаунт, что делать? Обратись к психотерапевту, он забанит второго игрока. Как зовут твоего помощника? Да я сам не знаю, они тут постоянно меняются, текучка. Когда добавятся драконьи жемчуги, которые собираешь 7 штук для загадывания любого желания? Тогда, когда появятся стенды, когда появится чакра, вот в этот момент. Добавите кракена. А ты знал, что океан исследован только на 5%? Как открыть консоль? Это можно сделать в начале игры и в конце. Понерфи урон от тумбочки или же апни мизинец. У твоего мизинца и так повышенная выносливость, поэтому ты еще не умер. Почему вы не идете со мной пати в доту? Я не играю в доту. Когда вы уже добавите обновление космоса, а то там очень темно и пусто. А что ты там делаешь? Когда 7-я часть Жожо выйдет? После 6-й? Ты Зевс или Один? Не то и не другое, я не знаю, кто эти самозванцы. Можно добавить в игру пельмени с разными вкусами? И так есть разные вкусы пельменей, или ты что, хочешь с мороженым? Сколько лет вы снимаете ТикТок или блогерство? Я занимаюсь этим чуть-чуть больше года, примерно с июля прошлого года. Веришь в Бога? Иногда нет. Как ты придумал свои скетчи? Мы собираемся с командой креативщиков в помещении, начинается брейншторм, мы начинаем выбрасывать идеи, там, говно, жопа, залупа, пень. Ну, мы продолжаем накидывать. Ну и потом просто берем и составляем общую картину. Так рождаются наши скетчи. Пофиксите баг. В этом году в первые дни расписание не лайтовое, а very hard ultra понос. Это, кстати, я в этом году добавил понос. А можно достать деньги из текстур? Можно. Из текстуры чужой куртки. А как какать? Интересный вопрос, я его выделю. Для начала ты должен сосредоточиться. Для начала нужно обратиться к себе. Уйти в себя. Медитация, 10 минут. Разговоры с собой. Аффирмации. Я хочу покакать. Я хочу покакать. Рассказываешь всем своим друзьям, что ты хочешь покакать. Обсуждаешь, как они какали. Собираешься с силами, с духом. Знаешь, что это твоя основная цель. После этого ты идешь на унитаз и какаешь. Не всегда получается с первого раза, но с помощью поддержки друзей, родных должно получиться. Как тебя зовут? Меня зовут Саня. У тебя есть тату, кроме на руках? Меня мучает вопрос. Больше не мучайся, татуировки у меня есть на руках и на груди. Где человек с заднего плана? Так он сзади. Как пришла идея к этим сериям видео? Я так понимаю, ты говоришь про Бога. Мы работали, выпускали обновления, к нам прибежал наш креативщик и говорит, сейчас модно снимать ролики в интернет, выкладывать на разные площадки. Ну и все, мы вот нашли оператора, монтажера, в итоге эти ребята с нами работают, сценаристы. То есть мы просто снимаем нашу жизнь. Ивент 11 сентября состоится. Твое предложение, конечно, бомбовое, но нет, люди еще не отошли от прошлого. Так, друзья, на этом ролик заканчивается. Я еще не знаю, кстати, это будет две части или одна. Надеюсь, что одна. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Подписывайтесь на социальные сети, все прописано снизу. Спасибо вам огромное за просмотр.